Приветствую всех своих подписчиков, а также случайных зрителей. Несколько дней назад я уже рассказывал вам о таком проекте, который называется Web3Go. Довольно перспективный проект, развивающий собственную экосистему искусственного интеллекта. У Web3Go еще нет собственного токена, однако команда уже официально подтвердила его скорый запуск. Ну и что самое главное, дроп для активных участников сообщества. И именно про фарм баллов для получения наград от проекта Web3Go я и хочу рассказать вам в сегодняшнем видео. Если кто не смотрел прошлое видео, то кратко напомню, что проект Web3Go запустился в 2021 году. Изначально как частное и корпоративное решение по предоставлению ончейн данных. Однако с 2023 года проект привлек дополнительное финансирование, в том числе и от Binance Labs, для того, чтобы расширить сферу своей деятельности. Сейчас же команда Web3Go развивает собственную экосистему из нескольких продуктов, сосредоточенных на сфере нейросетей, искусственного интеллекта и языковых моделей. У них уже сейчас есть аналитическая платформа Analytics, платформа для создания чат-ботов Reiki и собственное инвестиционное сообщество RaiAlpha. Более подробно про основные моменты проекта Web3Go вы сможете узнать в моем прошлом видео. А сегодня речь пойдет именно про активности от данного проекта, которые позволяют нам в будущем получить дроп. Повторюсь, что запуск токена команда официально подтвердила, так же как и его дроп среди сообщества. Причем, как я понял, дропы планируется проводить на регулярной основе. Тем более, что и средства у проекта для этого есть. Работает он давно, имеет множество бизнес-клиентов и ряд солидных инвесторов, включая Binance Lab, Hashkey и Shima Capital. В данный момент есть три направления активности от проекта Web3Go. Фарм лепестков на платформе Reiki, участие в квестах на Zillay и компания амбассадоров. Начнем с Reiki. Это платформа Web3Go для создания чат-ботов. Тут пользователи могут в геймифицированном формате, без навыков программирования, создавать своих чат-ботов, кастомизировать их, загружать собственные датасеты и общаться с созданными ботами. Плюс имеется и маркетплейс для покупки и продажи ботов. На платформе Reiki имеется внутренняя система баллов, которые тут называются золотыми лепестками. Их можно получать за различные действия. Однако первым делом надо будет сминтить себе NFT-паспорт. Это бесплатно, надо лишь заплатить пару центов газа в сети BNB Smart Chain. После этого лепестки можно получать за ежедневные логины, прохождение квизов, приглашение рефералов, подключение социальных сетей и так далее. Эти лепестки можно тратить на покупку различных наград, например, увеличение лимитов платформы, а можно и просто фармить для получения токенов. Далее идут квесты на Zillay. Тут все стандартно. Подключаем кошелек и выполняем квесты. Есть и разовые, и ежедневные. Квесты в основном связаны с социальными сетями, подписки, ретвиты, посты и так далее. Но есть и задания на изучение экосистемы Web3Go, приглашение рефералов и многое другое. Для более продвинутых пользователей есть вариант принять участие в кампании амбассадоров Web3Go. В зависимости от вашей эффективности вы можете иметь один из четырех тиров – от джуниора до альфа-амбассадора, от чего и будет зависеть ваш доход. В таблице указаны суммы от 30 до 800 USDT каждый месяц, плюс все тиры, кроме джунов, могут рассчитывать на награды в нативных токенах. Амбассадоры Web3Go должны участвовать в работе комьюнити, проводить AMA-сессии, привлекать новых пользователей, коммуницировать с другими проектами от лица Web3Go, создавать контент и так далее. До какого времени будут доступны те или иные активности, сколько именно токенов выделено на дроп, когда будет запуск токена, пока что подробной инфы на этот счет нет. Однако, как пишут в чатах Web3Go, анонс подробностей ожидается в течение этого месяца. Так что можете подписаться на социальные сети Web3Go по ссылкам в описании,
чтобы не упустить важную информацию. Плюс подписывайтесь и на мой канал, ведь в будущем я планирую и дальше освещать новости данного проекта. Как по мне, Web3Go выглядит довольно перспективно, так что мне кажется, что активность в нем пропускать не стоит. Тем более, что активности являются полностью бесплатными. Максимум придется потратиться на газ сети BNB. Все подробности вы сможете найти по ссылкам в описании к этому видео. У меня же на этом все. Я, как обычно, желаю вам большого профита и всем пока!